Волейбольный «Локомотив» возглавит болгарский специалист. Главный тренер сборной Болгарии Пламен Константинов теперь будет работать в Новосибирске, сообщает официальный сайт железнодорожников. Ранее в чемпионате России он работал с «Газпром Югра» и «Губернией». Также Константинов тренировал турецкий «Зираатбанк». А с 2014 года он возглавляет сборную Болгарии. Константинову поступали предложения из других европейских клубов, но тренер изъявил желание вновь поработать в России. Константинов отметил, что в нашей стране самый сильный и интересный чемпионат по волейболу. Кроме того, у нового главного тренера «Локомотива» совпадают взгляды на будущее с менеджментом клуба. А это немаловажно, когда руководство и главный тренер смотрят в одну сторону, заявил Пламен Константинов.